Дорога, ведущая от села Ильичевского до Светлого, несмотря на негласный сельский статус, даже в будний день довольно загружена. Именно по ней автомобили заезжают в само село Светлое и по ней же выезжают в республиканскую столицу. Амилий Жбаташев – водитель со стажем. Сейчас он на пенсии и в Черкесск едет продавать натуральные фермерские продукты собственного производства. И выезжать вот так вот из села ему приходится регулярно. В день по этой дороге, наверное, разов 4-5 проезжаю. Утром, в обед, вечером, ну, все равно мы жители села, без города мы не можем. Раньше мы ездили вот через Николаевку, через Знаменку, нам обходилось 27-28 километров до Черкесска. И здесь она нам обходится буквально 11 километров до Черкесска уже. Плюс нашему селу, вот, допустим, село Пристань, Николаевка, все они уже начали ездить здесь. А пока одни жители села, как Амилий Жбаташев, целыми днями крутят баранку, другие вынуждены стоять в пробках и в жару, и в холод. Уже пожилая женщина, мне очень тяжело в обход с заторами ездить. А если бы эту дорогу нам сделали, нам бы было очень хорошо. Мы бы были очень благодарны. Правда, многие, дабы решить проблему, едут в объезд через село Знаменка. Хотя и тратят при этом в 3 раза больше времени, а значит и бензина. А так как таких хитрецов ни один и не два, то объезжая одну пробку, водители рискуют попасть в другую. Но скоро этот замкнутый круг останется в прошлом. Благодаря обращению местных жителей к руководству республики из дорожного фонда Карачаева-Черкесии выделили деньги. И не просто на ямочный ремонт, а на новый асфальт. Прежде чем приступить к укладке дорожного полотна, специалисты КЧА «Автодора» основательно выровняли старый слой. Тут она будет объединять уже несколько сел. Количество 10 сел. Вот уже как бы укорачиваться путь. Тут уже все родственники, кто-то кому-то должен. Как бы. И я думаю, это очень важно. Артерия. В итоге преимущество новой дороги оценят жители сразу нескольких сел Прикубанского района. После ее ремонта добираться до Черкесска им станет быстрее, комфортнее. Да и на ремонте железных коней автовладельцы смогут сэкономить. Новая трасса между селами поможет существенно разгрузить и уже имеющиеся автодороги, а значит продлить срок их службы. И сберечь дорожный комплекс республики, по состоянию которого зачастую и складывается первое впечатление о нашей республике. Татек Джалавян, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.